25 июля отмечается профессиональный праздник следователей, День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Сегодня Вере Шавановой главный следователь Новосибирской области Андрей Лелека вручил благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей и продолжительную безупречную службу в органах Следственного комитета. В день профессионального праздника о работе бердских следователей расскажет Надежда Щеклова. Первый специализированный следственный орган России был учрежден именно 25 июля 1713 года по указу Петра I о создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Майорские следственные канцелярии подчинялись непосредственно главе государства, и к их подследственности были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности. Положительный результат независимой от иных высших органов государственной власти следственной деятельности стал очевидным. В первой четверти 18 века внимание этих органов привлекли 11 из 23 российских сенаторов. В нашем городе следственный отдел работает уже почти 6 лет. Следственный отдел по городу Бердск был образован в июне 2013 года путем реорганизации Сескитимского межрайонного следственного отдела, где были выделены два отдела – следственный отдел по городу Бердск и следственный отдел по Сескитимскому району. На протяжении этого времени следственный отдел по городу Бердск показывает эффективную работу и хорошие результаты следственной работы. В частности, за этот период расследованы многие уголовные дела, которые вызвали большой общественный резонанс. В частности, это и громкие коррупционные дела в отношении высокопоставленных должностных лиц. Только в первом полугодии 2018 года в следственном отделе по городу Бердску было зарегистрировано более 350 сообщений о преступлениях. Следователями отдела расследовано 78 преступлений, из них 38 тяжких и особо тяжких. Возбуждено свыше 100 уголовных дел. Сегодня в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Главный следователь Новосибирской области Андрей Лелека отметил работу бердских следователей. Главе бердского следствия он вручил благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в Следственном комитете и выполнение конкретных задач особой важности и сложности. Также Вере Шавановой вручили очередное специальное звание капитана юстиции. В профессиональный праздник, День сотрудника органов следствия Российской Федерации, хотелось бы от себя лично и от коллектива следственного отдела по городу Бердск поздравить коллег с нашим профессиональным праздником, пожелать в работе удачи и успехов, здоровья, счастья, благополучия в семье, дальнейшего всем карьерного роста, спокойных трудовых будней, пожелать также всего самого наилучшего и хорошего, чтобы сбывались все поставленные цели и задачи в нашем нелегкой профессии. В настоящее время на вооружении сотрудников следственного управления находятся образцы современной криминалистической техники. В ДНК-лаборатории экспертно-криминалистического отдела на высокоточном оборудовании работают одни из наиболее опытных экспертов в Сибирском федеральном округе, которые помогли следователям нашего и соседних регионов раскрыть самые сложные уголовные дела.